Привет, гурманы! Как всегда, с вами Дима Филатов. И я продолжаю тестить посылочку из Таиланда. А это лапша быстрого приготовления. Сегодня мне на обзоре вот такая вот лапша со вкусом краба. Вот. В ней, сколько получается, у нас 55 грамм. Здесь ничего не написано по-русски, кроме этикетки. Вот такая вот этикетка есть. То есть, получается, импортер наклеил этикетку, чтобы нам было проще читать. Так. По составу здесь... чили-порошок, чесночный порошок, перец молотый, сушеный зеленый лук, сахар, усилитель вкуса. Состав пряного масла – это растительное. В скобочках, кстати, здесь помечено, что это пальмовое масло и чеснок. Продукт не содержит искусственных красителей. Давайте, друзья, не буду вас томить, а заварю и расскажу вам свое мнение о этой лапше. И потом в конце ролика я расскажу, где я заказал и за сколько я заказал эту посылочку. Начинаю заваривать ее, посмотрим, что положили туда, вовнутрь. Это у нас получается, тут вот чили пакетики, я так понимаю, что можно его не добавлять, если хочешь, не добавляй. Здесь вот маленький прям, очень мало тут его. Вот сама основная приправа, видите, он на два поделен, получается, пакетика. Внутри у нас еще есть вот такое вот пряное масло, состав я его читал, вот. А ты сейчас поставь на паузу. Перейди в мой профиль, поставь мне лайк, напиши комментарий, обязательно подпишись. И поставь колокольчик, чтобы не пропустить следующего видосика. И посмотрите, какая очень интересная лапша, на самом деле. Мне очень кайфануло это. Как фунчоз как будто. Вот, посмотрите. Прикольно, скручена, классно, необычно, да? Мы привыкли уже видеть такую, знаете, вот роллтон там, доширак. А здесь совершенно другая. Пахнет, кстати, приятно. Давайте ее заварим, посмотрим, сколько еще ее заваривать. Сколько ее заваривать, получается. Так, накрыть крышкой на 3 минуты. 3 минуты, то есть, получается. Для вас это вообще будет секунда. Вот. Сейчас я добавлю все это маслице там. Так, просто сюда в пакетик скину. Сразу сюда масло. Блин, пахнет реально такое пряненькое, прикольное масло. Вот. Умеют тайцы делать такую лапшу. Но я думаю, я чили себе не буду, просто не особо. Я люблю чили, потому что в предыдущем ролике я тоже пробовал том-ям с креветкой. У меня рот пекло так, что я вообще был в полном шоке. Вот, это как первый раз, незабываемое впечатление было. Вот, ох ты ее. А это что у нас тут? Ну давайте прям чуть-чуть чили капнем, потому что я не особо острое люблю. Не хочу снеговика звать. Так, я думаю, этого достаточно мне. Все. Ребята, 3 минуточки прям, и все будет готово. Ну что, заварил. Давайте пробовать. Аромат потрясающий на всю квартиру. Просто, знаете, пахнет крабом. Прям реально крабом. Давайте перемешаю. Чтобы все, все наши специи. Попробуем бульончик, а потом попробую саму лапшу и скажу, какая на вкус эта лапша и стоит заказывать. И, кстати, где ее заказать, я тоже скажу. Угу. Классный бульон. Это маслица пряненькая. И она прям соленая в меру. Я бы сказал, даже чуть-чуть на грани. Но это не мешает этой лапшичке. Я думаю, сама лапшичка тоже будет ничего. Мне нравится. Давайте попробуем это. Лапшу. Заварил. Смотрите, какая она длинная просто. Были бы у меня сейчас палочки японские, я бы ими затестил. Давайте пробовать. Угу. Лапша пропиталась просто потрясающим бульончиком. В прошлый раз я как раз пробовал такую же лапшу быстрого приготовления, тоже из Таиланда. В этой же посылке пришла. Вот. И меня что поразило, у них очень плотная текстура у самой лапши. То есть, понимаете, когда мы завариваем свою лапшу, там, доширак, роллтон, кто что кушает, там. Есть такая еще фирма была на Ком, я не знаю, сейчас она существует, уже давно, кстати, я их не видел. Ну, обычно наша лапша быстрого приготовления, она разваривается просто в такой кисель. А эта лапша, хочу сказать по факту, она прям крутая. То есть,
ты можешь там 3-5 минут, мне кажется, даже 10 будешь заваривать, она будет прям, знаете, как стекляшка такая. То есть ты ешь, она такого состояния альдента. То есть все приятно, у нее есть твердая текстура, то что ты понимаешь, что ты ешь лапшу, а не то, что ты заварил нашу лапшу, и ты ешь ее, как кисель какой-то, я не знаю, разваренные макароны просто. Вы сами понимаете, о чем я говорю. Вот. По вкусу бульон с лапшой вообще просто, это вкус такой сбалансированный, соль, перец, еще я чили добавил, как раз немножко подпекает, вот, ну, не особо сильно, как предыдущая лапша, тоже можете посмотреть предыдущий ролик, я, может быть, даже в закрепленном комментарии оставлю, вот, чтобы вы перешли и посмотрели тоже предыдущую лапшу, если вам будет интересно, я думаю, а вам будет интересно, вот. Короче, это кайфовая лапша, ставлю 10 из 10. Заказывал, кстати, я ее на Озоне, я не помню, по-моему, там в наборе было 9 штук у меня, 584 рубля. Подождал я буквально недели полторы, мне все пришло, там разные вкусы, вот, очень разнообразная, так сказать, вкусовая гамма там. И, по сути, это очень достойное блюдо, и по вкусу тоже клевое. Так что, друзья, спасибо, что посмотрели мой ролик. Ставьте лайк, пишите комментарии, как вам в целом эта лапша. Что мне еще заказать из Таиланда, чтобы я попробовал, чтобы вы оценили это. Всем пока!